трамплин пасхальный. Редкостная корейская машина. Редчайшая даже тем, что сделана для Штатов. Еще более редкое, что двигатель здесь почти что надо. Мягко я офигевал в этом настоящем американце. Ну, все для людей. И размеры, и салон, и проход от переда к заду. А потом понял, что если кто и продаст Корею для Америки в мои руки, будет любим. А потому что затем стало мало. И не для Америки, а для Европы. И сделана вот эта машинка, как Kia Sedona, еще круче, на почве NASA RIA. И пиндарилась, естественно, для Штатов и для тех, кого много сегодня и сейчас, и переместимся все сразу, это для Малайзии. Короче, если кто это хочет поделиться, а приму в подарок. Для тех, кто не любит автомат, то есть не признает по определению, не люблю я автомат и все. Для того есть более простая комплектация. Без кожаного салона, мы-то едем в кожаном, и с коробкой механика. Ну и представляете себе, да, если динамика с автоматом такая, то что ж там происходит с механикой, я вообще не представляю. Ну и, как говорится, письмо вдогонку. Нет, машине не похолодало, ну просто не удержался и рванул к микрофону. Автомобиль-то бюджетный, вы себе можете его позволить легко. И плюс ко всему, у автомобиля гарантия 120 тысяч пробега или 5 лет. Нравится? Мне очень. Где машину приобрести? На Ленина 90. Кстати, за кредитом далеко ходить не надо, прямо через дорогу Уралсиб. Мы машины катаем по набережной, вы, наверное, уже увидели. Ну и по запчастям проблем для Kia не существует вообще никаких.